Известный блогер Лена Миро оценила положение Марины Каташенко после смерти Александра Градского. Лена отметила, что если вдова композитора действительно имела корыстные цели, ей крайне повезло, поскольку теперь она может претендовать на солидную часть наследства. Только вот даже это, по мнению Миро, не поможет Каташенко перейти в класс богатых и заполучить жизнь, о которой мечтают многие женщины. Да сидела, можно претендовать на наследство. Но дьявол, как всегда, в деталях. Сколько там того наследства-то? 600 миллионов рублей? Неплохие, конечно, деньги, но это средний класс. Это прекрасные деньги, но с такими ради вашего посещения Лувр не закроют. Да и Папа Римский с вами тоже не встретится. Будете уверенным высшим средним классом на Западе. И это неплохо, высказалась Лена Миро. Также она призвала девушек не завидовать вдове Градского, оценить то, что им довелось иметь самим. «Женщины, хорошие мои, нам посчастливилось родиться и жить в это время, в стране, где мужчины и женщины имеют равные права и возможности. Почему вы этим не пользуетесь? Живя в России в 21 веке, вы уже выиграли в лотерею в жизни», написала Лена Миро.